Поперек разбит. Удар в ближний угол. Здесь Петров. Здорово обходит и пенальти, да? Исток, разбег, удары и тащит вратарь. Подача и в перекладину мяч попадает. Счет 0-0, подача в штрафную. Мяч в висек пролетает, можно бить, поворотом. Падает игрок СГУ. Требует пенальти у судьи, он его не назначает. Направо Шапошников. Дальше в штрафную. Захарян головой. Гол! Их уходит, выход один на один, удар, гол! Какой гол, как красиво сейчас сыграл!